это лишь недавно. Медицинские исследования доказали, наше здоровье напрямую зависит от кислотно-щелочного баланса крови. Показатели pH крови от 7,35 до 7,47 является нормой. При показателе pH 6,8, ниже чем 6,8, организм впадает в кому. Причина большинства болезней – это окисление организма. Такое состояние в медицине называют ацидозом. Сегодня этим заболеванием страдают 8 из 10 человек. В их органах и мышцах накапливается натрий, а калий исчезает. Это блокирует в клетках энергетические и биохимические обменные процессы, и в итоге они погибают. Мы ведь состоим с вами из двух составляющих – щелочи и кислоты. В природе доказано, что щелочей должно быть 3-4 раза больше, чем кислот. И такое соотношение должно быть у нас. Если мы нарушаем, мы больны.